Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру «Вперед на зомби-войну». Это у нас 115-я миссия. Рановато, конечно, мне здесь еще воевать, но хочу пройти его хотя бы на 1-2 звезды. Однозначно знаю, что 3 звезды мне здесь не получить. Больно мощные враги. Ну что ж, будем пытаться. Давай, гранатку бросаем, гренадир. Отлично. По поводу роликов, ребята, давненько не выпускал, потому что я болею. Еще до сих пор не выздоровел, горло очень болит сильно. Но, тем не менее, пытаюсь как-то вот вас развеселить. Так, подождите. Ох, елки-палки. А нет, смотрите-ка, выкрутились мы все-таки из этой ситуации. Давайте-ка, наверное, сюда бочку бросим. Очень мало хп у моего автобуса. Не знаю, что у нас из этого получится. Будем стараться. Так, отлично. Давай, Кэп, прикрывай. Отлично, все пока у нас хорошо. Давайте бейте бочку. Так, горят? Нет, они у нас не горят, к сожалению. Ну-ка, УЗИ, давай-ка бомби их там всех. Так, расстреливаем. Ну, нам бы к воротам подойти как можно быстрее. Все, гренадир уже бомбит. Это нам на руку. Теперь остается только лишь защищаться. Так, бегуны бегут. Ох, елки-палки, ничего себе они крушат-то моих стрелков. Пошел отсюда. Давай, гренадир, ну, родной, добивай, ну. Отлично, ребята, поздравляю нас, мы прошли. Да, с одной звездой, но все-таки прошли. И я хочу получить бонус. И, как вы понимаете, нам надо пройти уровень 6, все локации. А у нас их здесь не пройденных, по-моему, 4 штуки. Так что и будем их проходить. Давайте-ка мы возьмем себе шокера. Я думаю, вот так вот будет самое то. И кое-что продадим, наверное, да? Где у нас торгаш? А, вот он. Так, ну что, родной, давай. Мы тебе сейчас сбагрим все, что нам не нужно. Мне очень сильно нужны деньги, поэтому давайте здесь все попродаем. Так, таблеточку, хлеб. Ну, давайте, наверное, еще ему продадим порох. Одну штуку. Да. И, наверное, щетку. Одну. Все, в принципе, денег у него больше не осталось. Так, ну что же, а мы с вами пока, наверное, так и оставим этот коллективчик. И пойдем вот на испытание. Оно у меня до сих пор еще не пройдено, к сожалению. Надо добомбить. Ух, здесь у нас сосунки, так что, думаю, никаких проблем не будет. Они сейчас для меня просто легкотня. Так, ну что же. Даже не знаю, кого вызвать. Давайте, наверное, начнем так вот. Сейчас пульнем туда гранату. Оу, вот это вот отлично. Хорошо сработано сейчас было. Так, куда бежишь, а? Вот так вот, получил свое. Хотел же мне автобус покарабать. Ну а дальше мы с вами работаем по сценарию. Давайте укрепляться. Бросаем бочку вот сюда. Отлично. Так, и я думаю, наверное, гренадира. Это будет самое то, под прикрытием, конечно же, Кэпа. Так, ну, Кэп, давай. Отлично. Вот то, что надо, как говорится, сработано было. Лучше не придумаешь. Нам нужно пройти, ребята, этот уровень, еще раз напомню, на 3 звезды. Так, я, в принципе, не сомневаюсь, что у нас это все получится. Так, Кэп, стреляй. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, бочка меня здесь прикрыла. И с чистой совестью мы проходим этот уровень на 3 звезды. Отлично. Просто замечательно. Получаем бонус. Так, ребята, 110-я миссия у нас тут корячится. Я думаю, что надо ее пройти тоже на 3 звезды. В обязательном порядке. Так, вы у нас здесь охламоны, да? По-моему, взрывники, если не ошибаюсь, здесь, ну, камикадзе. Да, вот они с динамитом там ползут. Ладно. Ой, вот эти вот самые противные, они бегут. Мало того, что они довольно сильные. Вот так вот, ну, перехватывайте. Все, замечательно. Жалко, конечно, что сейчас мои бойцы погибнут. Хорошо, хоть дали ярости мне. Так. Ну-ка, давай, бомби этого. Гранаточку запуливаем. Все, пока все идет по плану. Хорошо, что гренадир у нас не горит. И пулеметик делает свое дело. Ну что ты не строчишь-то, ё-моё. А, видимо, он не попадает в зону, ладно.
Так, вот этот куда бежит, перехватываем. Отлично, фу, успели. Так, бонус для ярости себе ставим. Ну что же, в принципе, уже полдела сделано. Остается только не подпускать этих бегунов к своей территории. Так, пулемет, давай. Шикарно ты работаешь. Все просто чудесно у нас получается. Этих толстяков мы сейчас быстро расколбасим, потому что против пулемета они не настолько сильны. Даже вот эти телепаты, которые раньше для меня были очень серьезной, как говорится, помехой, сейчас вообще салабоны. Пулемет просто всех уделает. Ну, он вообще не пулемет, турель называется. Ну, в общем, вы поняли. Так, отлично. Этого толстяка сейчас мы забомбим. И будем уже бомбить ворота. Так, что у нас там? Ярость у нас нормуль. Так, куда ты там, бегунок, бежишь, а? Иди сюда, вот. Получил лопатой по хребту. Ой, гнилоруки-то тут машет своими руками. Так, все, ребят, теперь полный, как говорится, фэн-шуй у нас здесь. Никто не пройдет, никто не пробежит. Так, гранату стоит бросать, а? Нет, даже не успел, ребята. 110-я миссия на 3 звезды. Поздравляю, едем дальше с вами. И следующая миссия у нас по сценарию 111-я. Опять же здесь эти камикадзе, как вы видите. Взял я сюда с собой азот. Бочку, для чего вы потом увидите. Так, отлично. Хотя бы одного подбили. Ух ты, даже двух осилили. Так, замечательно. Бомби. Так, ну все. Мой Рэмбо сейчас тут начнет их... А, нет, взорвутся сейчас все. Пулемет. Все, сейчас будем их расстреливать. Пока, родные мои. Ой, а вот это вот плохо. Опять эти бегуны. Так, подождите, давайте... А, нет. Блин, теперь не отменить эту бочку. Придется бросать. Сейчас только подождем, когда волна побежит. Ну, давайте, бежите. Так, ну, на одного, я думаю, бросать не стоит. А вот здесь, наверное, да. Оп, черт подери, что так плохо сработало-то? Всего лишь одного заморозило. Так дело не пойдет, ребята. Черт подери, так как они, а? Обдурили меня, конечно. Ладно, пока еще не все потеряно. Вот они бегут. Давай вторую турель. Огонь. Хе-хе-хе. Далеко собрались-то. Нет, турель это, конечно, вещь классная. В обновлении она очень сильно помогает. Тем более, когда ее прокачиваешь по максималочке. Просто шик. Ну что ж, ребята, как видите, 111-я миссия на 3 звезды. Поехали с вами далее. И бонус еще. Ну что, дорогие мои, 113-я миссия у нас корячится с вами. Будем ее также проходить на 3 звезды. Так, ну давай, Марина, бомби. Отлично, молодец, умница. Ну давай хотя бы одного так грохни. Черт, ну молодец, перехватил. Умница. Так, здесь у нас взрыватели, это очень опасно. Они будут сейчас взрываться. Ну и, соответственно, моих солдатиков уносить за собой. Так, перехватываем, отлично. Вот самые вредные, это вот эти синие бегуны. С ними нужно справляться в первую очередь. Так, вот, чего я, в принципе, и ждал. Пулемета. Все, ребята, практически победа за нами. Ну, если, конечно, они здесь какой-нибудь хитрый трюк не сделают. Так, у меня уже пулеметчик готов. Погнали. Ух, шикарно. Так, теперь наша цель пробить, естественно, ворота. Так, ну здесь будут еще периодически бегунцы выбегать. Поэтому специально для них я взял полицейского с дробовиком. Он стреляет, как говорится, далеко. И задевает их буквально всех. Давайте, наверное, заморозочку. Вот так. Эти толстячки нам пригодятся. Ах ты, черт подери, не вовремя малька. Но, тем не менее, все у нас пока хорошо на мази. Так, бонус себе поставили. Так, черт подери, да ладно, полицейский, живи. Так, выжил. Еще одну турель ставим с вами. Блин, да как бы мне до толстяков-то добраться, а? О, так, отлично, турель свое дело сделала, молодец. Ну что же, все, в принципе, больше здесь никого таких не будет опасных врагов. Эти будут периодически вставать, все солдатики, но ничего страшного не будет.
Все, остается только пробить. Черт подери, да сколько вас там опрет. Ну давай, команда, разберись. Так, так, отлично. Так, жирные опять идут, это хорошо. Ёлки-палки, ты смотри, как пробиваются. Да не тут-то было. Хе-хе. Блин, просто стена сплошная шла, вы видели, да? Из этих зомбарей, блин. Ну, все, сейчас мой командор добьет. Да-да, ребята. Вот, в принципе, что и требовал заказать. 113-я миссия на 3 звезды. Бонус, поехали далее. И у нас 99-я миссия. Да, я немножко, ребятушки, задонатил. Как видите, у меня появился чувак с бензопилой. Не знаю, стоит его раскачивать, нет. Если кто знает, отпишитесь мне, пожалуйста, в комментариях, чтобы я знал, стоит ли вообще в него вкладывать. Так, и также я получил там 7 сундуков. Ну, с них ничего хорошего не выпало мне. Так, вот я думаю, стоит ли мне кого-то менять. Вот шокера, наверное, шокера надо поменять. А на что? М? Так, кто у меня здесь такой более-менее? Черт, может азот взять? Давайте, наверное, азот возьмем с вами. Что-то у меня дофига получается всякой ерунды, да? Бочки. Так, давай тоже иди сюда. Вот так вот мы, наверное, сделаем лучше. Потому что у меня бочки плюс коктейль Молотова плюс фриз — это слишком дофига, а юнитов мало. Так, поехали. 99-я миссия, так что, ребятушки. Ага, вот они, эти телепатики наши. Мне бы только дожить до турели. О, ё-моё, я сам забыл, что здесь бегуны эти. Вот так вот. Ха-ха. Пока все складывается удачно для нас. Ну, сейчас начнут, а, отталкивать. Ну, давай, полицейский, выходи. Вот для этих целей он здесь самое то. Поджигаем бегунов. Все, замечательно. Так, коп, стреляй. Черт подери, да что ж так медленно-то, а? Ну, а теперь уже все, когда мы поставили турель, ребята, можно сказать, 50% победы нашей. Уже никто не пробежит здесь, уж поверьте мне. Все, просто разносим к чертям собачьим ворота. Надо было, кстати, сразу начать с 99-й миссии, блин. Так, эй-эй-эй, потише, братва. Ну, турель, что тупишь? Блин, придется, наверное... Поджигать, да? Нет, справились. Блин, придется тогда вот сюда, наверное, бросать. Отлично. Так, давай. Ну, это я, ребят, просто испугался. Думал, что он сейчас пробежит. И поджег своего. Ну вот, 99-я миссия пройдена, ребята. И получается у нас что? Получается у нас, ребята, то, что мы прошли с вами 6-й уровень полностью. И теперь мы можем с вами смело переходить уже, как говорится, без угрызения совести, проходить уровень 7. Ну а на этой замечательной ноте, ребята, я буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. И увидимся с вами в новых следующих видосиках. Я надеюсь, они будут не так долго себе ждать. Ну а на этом все. Всем пока и до скорых встреч, ребята. Ах так! Ах вот и значит, какой-то на самом интересном месте! Ой, а я так думал...